Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Олега. У нас будет двойной роллинг. Сразу же будем ролить на основе и на твинке. Также здесь поставляем талантики, попробуем вытащить новые таланты. В общем, будет весело. Делайте чаёху и поехали. Такс, что у нас интересное? Терминатор находится в гильдии. Бесстыжий, пропуск БГК, прием через ПК-айдишка на экране. Кидайте заявочки, вступайте. А мы поехали смотреть аккаунт. Судя по всему, он бездонатный. Не, немножко доната есть, но самики в любом случае накопленные. Так, смену таланта мы уже ему сделали. Пол обещания выполнили. Так, с карасик. Поехали. Посмотрим, что ему по героям не достает. Так, о, нормально тут героев надо. Космо, блин. Два космо перед этим я вытащил. Это третий роллинг. Два космо я вытащил себе и Марату. Заклинательница. Трифит Командора. Ледяха. Оккультист Медуза. Землерой Касвалин. Вот так вот. Хорошо. Что тут у нас делается? Понятно. Ну, в общем, не будем терять времени, не затягивать, поехали. Укротитель сразу же падает. Я два аккаунта, в принципе, собрал в районе, ну вот, 50к слизни падают сейчас. Я как-то даже уже не заморачиваюсь над слизнями, мне больше интересно выбить недостающих героев. Бигфутик. Капитан Дрейк, сердцеедка, понеслась. Давай, рандомчик, Афинка. ПБшка, укротитель, так. Это надо успокоиться, ребятушки. Так, у него Афинка есть, есть. Так, дали ему передохнуть, сразу же душек. Нифига себе. Down lucky man, прям. 100 коллег. Триант. Призрачный всадник. Блин, легендарки падают. Классные легенды падают. Бля, ну чё вы издеваетесь, что ли? Столько легенд, а блин, всё знаете, такие герои там. Фрея. Куда ещё? Ну куда ещё вот? Третий роллинг, блин, и третья Фрея. Это, знаете, вот у меня было раньше, когда не было Фрея еще столько. Ее так не продавали. И у меня реально просто жесть. Опять Бигфут. У меня каждый видос там практически Фрея падала, падала. Я уже всем повыбивал. Бульдозер. Ну это просто жесть, ребят. Блин, столько легенд падает, и все не то. А у него, кстати, неплохо. Неплохо герои дамажит. Ща будет. Ща будет. Чувствую, сейчас будет имба. Раз, два, три. Эктоплазм. Ниндзя, ну, что не имба. Легендарный герой, легендарный. Ведьма. Ворожей, которого дали уже всем, уже начинает бомбить от этого, реально. Вот почему падает то, что уже есть. Короче, у меня только один счастливый аккаунт, походу, подкрученный. Валентина, добрый вечер. Да блин, что за фигня? Тут, наверное, и слизни. Вот я не удивлюсь. 6 слизней собрали. Это печаль. Это однозначно печаль. Давайте пойдем лучше коробки пооткрываем. Может, что-то нормальное вытащим. Берс на тыкву. Это будет огонь. О, вот это уже получше. Так, что тут у него на фрей?
Выживание, блин, и вкачанное. Но маскировка, у него тут вряд ли герои есть под маскировку интересные. У меня такое чувство, что мы сейчас зайдем на твинки, твинк просто тупо вжарит основу. Я не знаю, кому эту маскировку лепить, честно скажу. Просто как бы такие герои у него, чтобы прям мега имбовые, давайте, ладно. Я бы на Фрейю тыкнул. Надо глянуть, или у него есть выживание рунами. Если есть, то однозначно. Ну, хотя, с другой стороны, она что так не дамажит, так хоть на битве гильдии у него будет получше шанс. Друхит. IGG. Паладин. Атлан. Да, они просто нас троллят. Это просто роллинг-троллинг. Я в шоке, честно говоря. Кимка. Это, знаете, роллинг за самоцвета, но выпадают кгашные герои. Рино Варлок. Я не знаю, у всех так на основе? Это просто аут. Это просто аут, ребят. Столько героев, и нифига толком мы не получили с недостающего. Вообще, это просто... А героев-то много надо. Ну, героев мы классных, ну, относительно мы классных героев получили. Свален, землеройка. Просто без комментариев. Вот кому даже вот те же самые таланты сейчас ролить, кому их ролить? Вот кому их ставить? Ставим маскировку на Фрэнки. Будет Синдви задамажить. Так, сейчас я гляну, что у него тут по допам. Я думаю, тут не все пятерки. Так, стойкость. Это, наверное, единственный герой там был. Нет, не все. Я не буду ставить бог войны. Вроде и классно все, но это бессмысленно. Его даже качать, ну, на сегодняшних реалиях просто бессмысленно. Да блин, что за жесть? Вы что, издеваетесь, что ли? Не талант. Ремка, хоть наконец-то, хоть что-то нам упало толковое на этом аккаунте, что мы можем применить. Только вопрос, кому? Так, тут восьмая уже стоит. Тут тоже пятая. Пушек, я надеюсь, разбросом. Так, кубчик. Биги. Ну, хоть на повторку некоторые герои, но это все равно печально. Так, ну тут ремка не нужна, в принципе. Восьмой дар. На ПБшку. На ПБшке ремка уже тоже стоит. Атлант. Вот, отлично, огонь. Огонь, ребятушки, мы сделали ему Атланта топового. Для тех, кто не в курсе, для Атланта, если вы не прошли древнюю, лучше всего ремку ставить. Ну, а вообще в идеале ему пусть лучше ремка. Так, о, щит. Где наш Ронин? Ронин. Ронин уже с ожогом. Да что это такое? Что это за аккаунт? Никакой, блин, интриги. Ярость небес. Сейчас ему вот так вот нуба талантов просто натыкаю. А фиг с ним делать. То что с ним? О, железка. Да, я чувствую, сейчас нас твин будет жарить основу по-любому по героям. Без этого никак. Так, а что у нас на Анубисе? Грубая сила. Зачем было грубую силу качать? Он, по сути, бессмысленно. Так, у него тут железка есть, значит, поставим сюда. У него есть эмблемка. Богатенький Буратино, однако.
Вот, блин, вот я смотрю на эти, да, вот вы скажете, блин, ты сливаешь там каменки и прочее. Ну, это я просто понимаю, что вы вкачаете героя с этим, и это бессмысленно будет. Просто тупо бессмысленно. Ты ушка, вот куда вот эти вот таланты пихать? Короче, я уже хочу на Твинка, реально. Я хочу пойти на Твинка и просто убить основу. Бойкость. Просто бог. Я сегодня бог этого аккаунта. Ну, баст. Оставлю ему баст. Ну, вот так вот, ребят. Ну, ничего я не могу. Так, что там у нас? Что там у нас? Ехало, да? Сейчас мы исправим эту картинку. Так, поехали, заставочка. Поехали на его твинка. Сейчас мы на твинке. Думаю, жахнем. Я надеюсь на это. Очень надеюсь. Там был терминатор, ребятушки. Тут у нас нагибатор. Где основа, непонятно, но скорее всего там. Потому что там нагибатор, терминатор. Смотрим, что у нас здесь. Призрачный, заклинательница. Фрея, блин, здесь надо. Командора. Оккультист. Ронин, свалим. Короче, поехали. Та же самая гильдия бесстыжие. Я надеюсь, что мы сейчас... Я сказал, я надеюсь, и мы жахнули. Я говорил, что твинк просто жахнет основу. Я не знаю, где тут основа, где это, но судя по тому, что там донат, то это скорее всего, что твинк. В общем, жестко, ребят. Жестко, жесткий ответ от твинка. Сразу же причем. Типа, на тебе, профессор Рибит. А, кстати, мы там не забрали плюхи. Надо посмотреть, что мы там вообще собрали. Сейчас вернемся. Череп, рыцарь. Ниндзик. Просто изи. Изи-пизи. Изи-пизи. Землеройка у него есть, что ли? Блять, жесть. Ну и твинки. У меня тоже на твинке, в принципе, землеройка есть. Обалденная тема для битвы гильдии. Просто топчик. Фараон. А, ну, твинк, мне кажется, стрелок. Ну, стрелок уже у всех есть. Мне кажется, просто вот твинк жарит основу. Гаргул. Вот это вот я понимаю. Ледяной Феникс. Ну, блин, ну это просто жесть. У него здесь есть ледяха уже. Ну, посмотрите как. Афина. Это жестко, малышник. Люблю таких твинков, которые просто жарят основу. Ебой, блин, это жесть, ребят. Это просто жесть. Посмотрите, как падает на втором аккаунте. Влад Дракула, не останавливаемся. Сердцеедка Валентина. Ну давай, рандомчик. Пора жахнуть. Это оккультист основы, это типа отомщение еще дополнительно. Ведьма. Призрачный. Рыцарь-малышник. Блин, обалдеть. Дракос. Дракос еще один. Честно говоря, мы офигенно только что жахнули этот рандомчик. Правда, жалко, что там не упал оккультист. Вот просто жалко. Триант. Рыцарь. Бог грома. Сейчас еще за 150 выбьем какую-то недостающую имбу. А, так, собрать, 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 собрать. И забираем отсюда плюхи.
Ебой, фул коллекционер собрали. Фуловый причем. Радуюсь за твинка, знаете. Вот реально, реально радуюсь то, что твинка жахнула снова. Так, я этих продам. Заберу эмблемки. Может, это основа, не знаю. Но тут доната меньше, значит, вряд ли. Чик. Ну, то же самое. Ну, все равно круто. Все равно это реально круто. В общем, поздравляю. Сейчас еще зайду, гляну, что мы там собрали. Это просто, просто мега эпический, ребят. Мы вытащили ему недостающих героев. И с недостающих героев мы вытащили ему топовых, вот реально топовых. Еров, конечно, здесь не упал космо, но, блин, два культиста на твинке, это нереально жестко. Ну, 9 всего собрали, ну, это печаль. Насколько разница? Ну, в любом случае, там есть Фрея, там есть два оккультиста. Вот так вот. Вот такие вот перьи. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.